Я их окрошка накормил, сразу всем все понравилось. Здорово, щеглы, сегодня мы своими руками будем косить от армии. Как мы знаем, в армии делать нехуй. Мы с вами нормальные ребята, так что под дураков у нас не получится закосить. Так что нам нужны, ёпта, радикальные меры. Нам понадобится нож. Знаете, в армии там с автоматами бегают, стреляют, и если у тебя указательного пальца не будет, то хуй куда тебя возьмут. Сразу приготовьте бинтик и листочек, чтобы все не умуздыкать кровью. Блять, сейчас весело будет. В принципе, все прошло успешно. Только, ну хуя я на левой руке себе палец отхуярил. Я же правша, блять. Одноглазых точно не берут. Как бы, друзья, все неплохо. Только у меня зрение так хуевое. И мне кажется, что-то я делаю не так. Алло, военкомат, я в жопу долблюсь. А? А, это ты, ба. Алло, военкомат, доказательства. Будут вам доказательства. Сейчас только расчекрыжу себя. Все, падре, я в армию не иду. Так я знаю. Тут оповещение пришло, что у тебя легкий недовес. Вот тебя и не берут. Ёбаный в рот, как так-то? Как тут удалить-то видео, а? Хочу предложить вам канал Капитана Батьки. Ну и дурацкое же название. Ролики по Лиге Легенд, нарезки из других разных игр и отдельная рубрика, где парень обсирает крупные крутые релизы. В общем, трешачок и шуточки ниже пояса. Зацените.